Творческий вечер организован больницей имени архиепископа Луки. Эту традицию заложил еще Яков Фарбер, почетный гражданин Тамбова, заслуженный врач России, руководивший больницей более 30 лет. Назвали проект «Родом из Тамбова». Мы с вами прекрасно знаем, что в профессии медицинского работника важен не только профессионализм, но и очень важна духовная составляющая, потому что мы с вами лечим и души пациентов. И очень важно, чтобы наша с вами душа тоже получала эту подпитку. Я пришел рассказать вам что-то интересное, о чем вы, наверное, не знали. И если профессия кинематографиста, человека, который пишет сценарии и снимает их, будет вам интересно, если я подарю вам сегодня немножечко приятных минут, я буду искренне этому рад. Сначала Вячеслав Рогожкин рассказал о том, как он попал в кинематограф. По его словам, произошло это довольно поздно. Далее встреча проходила в формате «Вопрос-ответ». Сценаристы и режиссеры спрашивали о работе с Пьером Ришаром, о том, что главное для сценариста и многом другом. А ее прокручивают, и многих прокручивают, и молодых актеров.